Валерий Карпин – главный тренер футбольного клуба «Ростов». Новость появилась 10 марта на официальном сайте команды. Сообщается, что, вернувшись, специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России, а также, что совмещение может быть прекращено, как только национальной команде будет возвращено право участия в международных соревнованиях. Напомню, Валерий Карпин возглавлял ФК «Ростов» с декабря 2017 года. В августе 2021 он принял решение покинуть клуб и сосредоточиться на работе со сборной России. В сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба, тренер говорит, что рад вновь возглавить команду, хотя ситуация в таблице сейчас непростая и впереди большая работа. На данный момент футбольный клуб «Ростов» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы премьер-лиги с 18 очками, а ближайший матч проведет 14 марта в гостях против «Казанского Рубина».